Жители городского округа Люберцы показали высокую явку на выборах президента Российской Федерации. На избирательных участках работали члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции. Ход голосования на избирательных участках в инженерно-технологическом лицее проверил и глава округа Владимир Волков. Тему продолжит наш корреспондент. На площадке инженерно-технологического лицея расположились три избирательных участка. Больше 2000 человек исполнили здесь свой гражданский долг. За порядком и голосования следили не только члены комиссии, но и независимые наблюдатели. Уже третий день работаем, все хорошо, все нормально. Конфликтов не было, нарушений не было. На нашем избирательном участке 1494 по улице Камова, 7 домов. Примерное общее количество... Где-то 1500 человек, да. Все эти три дня активно посещают наш участок избирательный. Нет даже свободного времени. Люди относятся очень к этому ответственно. В Люберцах с 8 утра до 8 вечера работали 173 избирательных участка. Все три дня прошли в штатном режиме. В этом убедился и глава округа Владимир Волков. Нарушений не зафиксировано, абсолютно все проходит спокойно. Везде присутствует, конечно же, полиция для обеспечения безопасности. Выборы проходили с 15 по 17 марта. Все избирательные участки и портал с дистанционным голосованием закрылись ровно в 20:00. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.